не на веле, на машине. Едем по делам. Едем в Полтаву. В общем, всем семейством. Небольшое путешествие. Что ж, посмотрим, какая дорога, как Полтава. Да и вообще, хоть выйдем из города. Так что смотрите. Поехали.
девочки, вы уходите. На мою сторону. Добрались, припарковались. Слава богу, нашли свободное место. В центре. Прям редкость. Идем по магазинам, посмотрим, что как. То есть тоже пьяная лично. Нет, я не ощущаю ничего. Я поужин. Да, поужин есть. А, ну да, вообще ощущается. Доминик. Доминик, где он? Да. Да, вышел. Сразу ощущается, что мы не в Харькове. Намного аутентичный город. И тут набагато більше людей балакають українською. Тож намагатимось і ми спілкуватися також українською. От зараз ми підходимо до нашого улюбленого містечка Галушки. Знаходиться біля центру, біля кругу. Та майже ось вона. Так. Ось це місце. Галушка. Як на мене, це найсмачніше ще місто, щоб посидіти. Обалдеть, вовремя. Да, давай. Ось як це виглядає меню. Щось будемо вибирати та замовляти. Подивимось, що ми замовили. Так, ось що ми замовили. Фірмові страви, фірмові галушки від шефа, 340 грам, 132 гривні порція, для дитини
выбрали вареники с мясом та карпатскими грибами. Чайок и сок для дитини також. Чекаем, коли принесу. Уже принесли чайок. Вот в таком чайничке. Дуже смачно. Очень уютное, очень приятное местечко. А, нет, не так. Дуже затишне, дуже приємне. Що? По-домашньому. Атмосферненько. Покажу, как сидят с моим делом напротив. Дуже красиво. Дуже дякую. Дуже дякую. А ось таку вілочку можна? Це просто. Какое знакомое. Сейчас? А можешь меня тоже сфоткать? Сфоткать. Давайте. Не, ну со стороны же оттуда, да. Мы же поместимся все в кадр тут. Ну конечно. Дуже дякую. Дуже дякую. Це повторюшка. Шикарно. Можеш мені його? Можеш мені вайбер відправити? Обалдеть, вона вкусна. Обалденно вкусно. Вы зацените, как выглядит вот это блюдо огроменное. Ну, у нас одинаковые. Ями-ями. В общем, мы пошли кушать, а вы нам не завидуете. Как завжди, дуже смачно. Интересно. Сейчас принесу. Интересно. Вот и чек. Вот и чек. И вот наш обед. Да. Все? 480 гривен? Да. И все. Обязательно чай надо оставить. Такое место заслуживает. Кстати, мне напомнили эти вареники в тарелочке этой. Кое-что напомнили.
такие же вареники в этой такой же баночке с репкой, сметаной. Было где-то там, наверное, какой-то концерт слушали, и там, наверное, поужинали. Еще браслетик такой, который светился в темноте. А когда это было? Ну, скорее всего, очень давно. Прошлым летом это было. Прошлым летом. В Харькове было? В Харькове. Когда мы в Змею второй ездили. Куда в браслетике. Да, да, да. А, браслетики, точно, да. Можно разобраться. Так, так, так. Вижу, зеркало. Да, и там были такие же вареники с мясом и грибами. То, мабуть, був Змієфест минулого літа. Їздили на машинах на 3 дні. Да. Це був Змієфест. І там були браслетики, і там були варені. Ну, що-то вроде такого. Ладно, покушали. Мусимо вирушати далі. Погнали. Топаем дальше. Топаем по Полтаве, ищем нашу машину. Где-то на этой парковке она стоит. А я уже нашел нашу машину. Дальше будем снимать уже с машины. Едем дальше по делам. Знаете, отличительная особенность, которая сразу замечается в Полтаве. Очень много людей говорят на украинском, в отличие от Харькова. И вот вроде бы тоже знаешь этот язык, и более того, это все-таки наш родной язык. И в голове, когда проговариваешь фразу, думаешь, вот проговорил, надо теперь сказать ее человеку, ну вот официанту в данном случае. Вот она подходит, ты такой наготове, и сразу выдаешь весь текст на русском. Автоматически происходит весь этот диалог сразу. Хотя так я разумею, так я можу розмовляти українською, але роки тренувань берут своє. Тож в мене нічого не виходить, я далі балакаю російською. Твою налево. Камера упала. На торпеді стояла, а тепер упала. В ямку заїхали. В общем так, едем дальше по делам, а вы наблюдаете за городом и смотрите, чё как.
Насколько изменчива погода. Вы только гляньте на это. Посыпает снежком довольно обильно. Прямо на окраине. А то край дома, вот там виднеется, это конец Полтавы. Маленький городок, но уютный. Все рядом. Измерения попали, господи. Времени прошло пару часов с момента, как мы заехали в Полтаву. Так было сухо. Сейчас прям снежит вообще дико. Давай.
заехали к другу. Друг занимается производством очень интересных вещей. В данный момент на его производстве. Вон его принтеры маленькие. Вот он ставит заготовочку. Видишь, рома чей-то будет делаться. Сейчас на компьютере зададут программку. А крышку накрывать не надо? Там надо будет. Загружается, передается сюда, закрывается крышка, и тут начинается печать. Мы сейчас увидим это, да, процесс? Да. О, шикарно. Очень интересно на это все дело посмотреть. Пока покажу, что из этого выйдет. А выйдет из этого вот такая красота. Тут у нас дорогому тестю в день народжения. А что это такое? Набор для шашлычка. Топорик. Воу-воу-воу. Пошло печататься. Да, о, как напечатается. Будет это выглядеть вот так. Мало ли мало. Еще у него ремни. Производство ремни. Что, тоже будешь на них что-то печатать? Ну да, гравировка. Гравировка на ремнях. Ничего себе. Давай позлим Рашиков. Это все продукция едет в США? Нет, это Украина. В США едут только... А, вот это Украина. А в США едут полки какие-то. Ну, полки пока готовые, запакованные, не готовые. А клеенка? А, ты закатал. Обалдеть. А что Рашика взлить? Они и так жизнью. И вообще всеми обиженные. Обиженные, да. Ну ничего. Скоро их династию сыграют. Их подлечат и будет у них все хорошо. Теперь сюда надо загрузить программу. Так, тут у нас уже половина напечаталась. Рома мажет шашлычок. Вот что там написано.
По натуральной коже, да? Да. Запах натуральной кожи никогда ни с чем не сравнишь. Паленая кожа. Ну вы поняли, да? Человек и свое производство. Вполне неплохо. Харьков вывез отсюда, оттуда оборудование, поставил все здесь, в Полтаве. И продолжает работу. Ставим лайки, подписываемся. Вело-товарищ, вело-брат. В общем, молодец. Я в него верю. А тут, конечно, посыпает. Мама, не горюй. Интересно, какая получится дорога обратно. Пока. А вот тут я хочу сделать сразу сносочку. Дорога обратно до Харькова получилась худшая из всех в моей жизни. Ужасная трасса, занесенная снегом с кучей аварий. Смотрите, все будет в конце видео. Смотрите дальше. Пока не стемнело, будем стартовать домой. Вид, конечно, замечательный. Так. А мы идем к машине. Вот наша машина. Уже вся в снегу. Нас не было примерно, там сколько нас не было, ну полчаса нас не было. Видали? За полчаса насыпало. Там 5 сантиметров, грубо говоря, там 4 сантиметра. Обалдеть. Обалдеть насыпало, вот это быстро. Ладно, полетели мы.
погоде на трассе Полтава-Харьков. В данный момент ориентировочно проезжаем Валки. Как можете наблюдать, дороги не чищены, снегопад валит очень крупными хлопьями. Видимость ужасная. Бесконечность и предел! Все. Мы дома. И у нас тут Новый год. И собака рада. Сейчас срать сядет. Все для вас.